Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья, совсем скоро мы будем встречать новый 2014 год. В эти праздничные дни мы с особой теплотой думаем о наших родных и близких. Благодарим друзей и коллег за понимание и поддержку. Подводим итоги уходящего года. Надо сказать, что он был насыщенным, непростым, но в целом успешным для нашего региона. Вместе мы проделали большую созидательную работу, смогли добиться реальных результатов, сделать лучше жизнь нашей Тульской области. Уверен, что в новом году мы приумножим сегодняшние достижения. Спасибо вам за неравнодушие, позитивный настрой и веру в успех. Пусть в каждой семье будет любовь, согласие и достаток. Пусть процветает наш общий дом, наш родной Тульский край. Здоровья и счастья вам, дорогие земляки! С наступающим Новым годом и Рождеством!